ребят, прокатались свою произвольную программу, чем-то недовольны или... Дима, все получилось? Да, я не ехал всю программу. Я через каждые, ну, секунд пять у меня были очень жесткие выдохи. Я чуть не умер и сорвал еще элемент. Плюс все подъемы можно было сделать гораздо лучше. Чё объясняешь? Переволновался, потому что в Перми выступаете? Не знаю. Ну, от себя я добавлю, что, в принципе, тяжести, которые он чувствовал, я не чувствовала от него. Ну, слышала выдохи, но не думала, что прям настолько тяжело. Ну, по себе мне каталось легко, очень приятная поддержка от зрителей, даже несмотря на сорванный элемент. И, ну, судя по оценкам, все-таки мы отобрали чемпионат мира, это уже большая радость. Главное все-таки, да? У меня еще вопрос. Ребят, в начале сезона вы говорили о том, что будете тренироваться и в Перми, и в Санкт-Петербурге. Как сейчас вот складывается ваша работа? Где вы тренируетесь? Где ваша основная база, Дим? В основном это Пермь. Мы не ездим никуда. Только Пермь. Ну, перед соревнованием бывает ездим в Новогорск, но это как, ну, уже совместные сборы со всеми, кто едет на главные старты. Дим, ну, может быть, ты чересчур категорично как бы судишь себя? Или... Не знаю, но я больше... Я не собираюсь так больше прокатывать. Все. Что для этого надо делать, чтобы такого больше не было? Работать. И это правильно. Ребята, я поздравляю вас с окончанием чемпионата и с тем, что вы отбираетесь на первенство мира. И желаю, чтобы у вас и технические программы совершенствовались, и чтобы вы росли, и чтобы ваши прокаты становились все лучше и лучше. Спасибо. Спасибо.